Лесные эльфы – таинственные и скрытные существа. Они редко появляются за пределами родного леса отель Лорен, а потому для внешнего мира они мало понятны. Защищая свое лесное царство, они и их союзники смертельно опасны и неумолимы. А зраи, как они сами себя называют, следуют путем, по которому никто другой не шел. И часто они кажутся капризными и жестокими, хотя, по правде говоря, каждое учиненное ими злодеяние всегда уравновешивается одним добрым поступком. Лесные эльфы – это также элитная армия, сформированная ядра из многоопытных эльфийских лучников и поддерживаемая таинственными духами отель Лорена. Это скрытный и проворный народ, стремящийся только как можно дольше сохранять безопасность своего леса. Те, кто был достаточно глуп, чтобы вступить в пределы их лесного царства или как-то иначе угрожать священному отель Лорену, навлекают на себя гнев азраев, которые или бросаются в открытый бой, или внезапно нападают из засады. Все лесные эльфы – великолепные лучники, но среди их воинов можно также найти и другие подразделения. Быстрые и умелые лесные всадники и истребиные наездники молниеносно наносят удары, так что враг не успевает отреагировать. Дикие всадники – смертельно опасные и неумолимые охотники, которых ведет свирепость древнего бога Курнауса, тогда как Вечный Дозор – стойкие и решительные воины, что будут биться до смерти за свой дом или повелителей. Напротив, боевые танцоры Лаэка – самые проворные из всех эльфов, чья грациозность и высокое мастерство используются в бою для убийства. Умения, которыми обладают подразделения лесных эльфов, весьма разнообразны, и все же они отправляются на войну не одни. Когда опасность угрожает лесу, то пробуждается сам отель Лорен, чтобы противостоять неприятелю. Тонкая чувствительность древнего леса проявляется по-разному. От гибких и злобных дриад, легионов призрачных злыдней, сучковатых и стойких дендроидов, до самых сильных и стойких существ отель Лорена, могучих древолюдей. Против общего противника эльфы и лесные создания бьются сообща, объединяя умения старшей расы с поистине стихийной силой и свирепостью леса. В то время как Вечный Дозор, лесные стражи и дендроиды располагаются в центре армии, подвижные дриады, боевые танцоры и наездники наносят смертельные и быстрые атаки с флангов по армии противника.